для пожилых людей. Называется мой социальный центр. Это по аналогии московского проекта. Это уникальное пространство для пожилых людей. Они сюда могут свободно приходить заниматься своим любимым творчеством, заниматься спортом. Занятия у нас на свежем воздухе, флешмобами занимаются, скандинавской ходьбой очень популярное занятие. В творческой мастерской у нас пожилые занимаются вязанием, крючком, шитьем, рисованием, лепкой глины очень популярная. Очень популярно у нас волонтер проводит мероприятия по изготовлению картин из кожи, оригами. В медиакостюме проводятся литературные вечера, встречи в небольшой компании. В тихой гостиной у нас проходят мероприятия, турниры по шашкам, шахматам, настольные игры желающие играют и проводят время за чтением любимых книг и журналов. Также у нас есть тренажерный зал, где любители могут заниматься в тренажерном зале на тренажерах. В компьютерном классе у нас проходит реализуемый проект с компьютером на «ты». Социальными партнерами нашего проекта являются Пенсионный фонд, Национальный центр, портал госуслуг, налоговая инспекция и Сбербанк. Они все обучают их на работе в своем личных кабинетах. Также мы обучаем их записываться через личный кабинет, запись к приему к врачу и запись к социальному работнику.